дорогие друзья! Привет! Блог АвтоМПС. И я Петр Меньших. Игорь Сирин. И наши сегодняшние непримиримые, я уверен в этом, на рынке соперники. Лада X-Ray. Лада Веста. Совершенно новые автомобили. Этот только-только поступил в продажу. А этот еще даже не добрался до автосалона. Пока только налажено в серийное производство. Но уже успел порвать. Кого? Рено Сандеро Степвей в первой серии. Было бы кого. Сегодня серия номер 2. Мороз минус 12-13. Как ты погрелся здесь? В салоне теплее, чем минус 12. Там положительные температуры. Я проехал через весь город, провел минут 40, наверное, за рулем. Перчатки снять так и не смог. В салоне положительная температура. Но прохладненько. Двигатель просто не нагревается. То есть климатическая установка, наверное, нормально работает. Так, ну тут красота. Красота-то какая, а? Смотри, когда мы видели такие вот колпачки сверху пластиковые на моторе. ВАЗовский двигатель 1.6. Высокая стоечка, высокая стоечка по сравнению. Сейчас я X-Ray-чик открою. Вот смотрите, вот так. То есть... Вот за что-то сюда залить мы еще попробуем. Итак, как ты погрелся? Погрелся плохо, двигатель не нагревается. 70 с небольшим градусов и все. И дальше при движении по городу в спокойном темпе, без особых пробок, выше температура просто не поднимается. Зато под капот можно смело уйти прямо с головой. Так, ну здесь вот я скажу сразу, с капотом надо стоечку поднять обязательно, потому что, ну, так или иначе, здесь же придется общаться с автомобилем. Грелся отлично, но на максимуме. Или было очень жарко, как только ставишь чуть-чуть вниз, идет холодный воздух. Но это, несмотря на то, что автомобиль имеет корни Рено, а болезнь отопления ВАЗовская, либо очень жарко, либо прохладно. Зато и в том, и в другом автомобиле будет удобно менять воздушный фильтр. Пара защелок, вот только на морозе они не отщелкиваются. Но летом, либо просто в теплом боксе, никакого труда. Две защелочки, вынул крышку и воздушный фильтр в руках. Может, рискнем пластик, как живучий или нет? Я боюсь, что вот я попробовал понажимать. Не, ну лучше менять в теплом гараже. Да, и здесь, и у Весты абсолютно идентичная конструкция. А вот замена свечей зажигания, вот это на X-Ray, ну, по крайней мере, с ниссановским мотором, развлечение не для слабонервных и точно не на улице. Если у вас зимой двигатель по какой-то причине вдруг не завелся, залило свечи, бросайте его, потому что для замены свечей придется снимать впускной коллектор под низким-то капотом, и только потом вы сможете получить доступ к трем свечкам. Одна свечка доступна, вот она. Три остальных только после снятия коллектора. У ВАЗовского мотора, который тоже будет на весе, все намного проще, привычнее. Снял крышку руками, выкрутил, правда, тут торксы. Выкрутил звездочки, нужна специальная головка под торкс. И дальше вынул катушки и свечки уже почти в руках. Зато у Рея 110 сил. А здесь 106. А здесь 106. Тут и крутящий момент побольше. Объем-то одинаковый, 1.6. И полегче он по весу на 100 кг, между прочим. Да, там, X-Ray. Да, там цепь в приводе ГРМ, здесь ремень. Но ремень очень выносливый, так что я бы, честно говоря, по моторам бы поставил паритет. К тому же мы не знаем, сколько будет стоить ниссановский мотор. Веста пока продается только с этим, с ВАЗовским двигателем. И мы не знаем, насколько ниссановский мотор окажется дороже. Я боюсь, что разница будет очень весомой. А эти 4 лошадиные силы, этот мотор проверен, он надежен, с ним все понятно. Он давно бегает на ВАЗовских моделях, и к нему уже все привыкли. Так что вот я бы к мотору совершенно не придирался. По мне, его мощность абсолютно достаточна. Сочетание с коробкой роботом, ВАЗовской коробкой, ВАЗовский мотор. Да. О чем ты говоришь? Вот это сочетание. Реношный мотор, реношная пятиступенчатая коробка. И ты едешь в полноценном автомобиле, ни о чем не думаешь. Так, ну механик, да, на максимум поставил. Механик. На максимум поставил тепло, тебе жарко, разделся до майки. И жжешь на 110 силах. Друзья, многие согласны переключать коробку в ручном режиме.
Потому что у X-Ray будет то же самое. Либо механика французская, и она, возможно, даже с этим мотором. Либо робот. Робот пятиступенчатый с одним сцеплением. Наверное, это лучший из роботизированных коробок, которые я видел. Но это все равно робот. И итак, дергается. Сегодня мы сразимся в схватке X-Ray и Lada Vesta. Первое упражнение. Кто мощнее? Попробуем. Потащим лыжника. У нас здесь в багажнике две пары лыж. Причем сюда они вошли прям буквально впритык. Если справа, спереди сидит пассажир, то ему придется не очень удобно. Лыжа упирается ему в спинку. И либо, будь они чуть-чуть больше длины, лыжа у нас 1,80 м, то они бы в X-Ray уже не поместились. Нет, ну это неудобно, я как лыжник вам скажу. Здесь должен быть лючок, тогда это полноценный автомобиль. А так, ну что это? Это все будет греметь только. Или тогда нужен багажник. Ну, багажник ставить, снимать. С Вестой все сложнее. Кнопки открывания нет. Нужен либо ключ, либо идти в салон и там нажимать соответствующую кнопку. Хорошо, что у нас отель не в самой дешевой комплектации, поэтому в ключе есть соответствующие кнопки. Открыть багажник. И он открывается. Конечно, могли бы вазаться, предусмотреть кнопочку, но ее, увы, нет. Зато сам багажник заметно больше, да и длина автомобиля в целом заметна. Это вот длинные лыжи, да, мы кладем. Так, ну здесь смотри, ну здесь хорошо, здесь более-менее. Придется достать проушину, а в комплекте отвертки, разумеется, нет. Хорошо, что есть ключ. А, слушай, ты такой находчивый, бывалый. Сейчас она на морозе у тебя еще треснет. Ну а что делать? Спасать людей же надо даже на морозе. Да. И никому не говори, что ты для развлечений это делал. Да. Вот. Так. Теперь вворачиваем. А был бы у нас грязный автомобиль. Так. Вворачиваем проушину. Сейчас мы попробуем и оценим, в первую очередь, удобство управления тягой, то, насколько плавно мне удастся тянуть лыжника. И, кроме того, обратите внимание на электроподогрев стекла. Я его только что включил, но он очень плохо размораживает заднее стекло. Поехали! Это же Веста! Конечно, отечественный автомобиль! А что так она, как консервная банка, у тебя застучала? Лед 15 сантиметров! Мне-то ничего, а Веста рискует. Веста-то потяжелее X-Ray. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Какие-то минуты мне казалось, что я срываю заднюю ось Весты. Так мне хотелось, чтобы Рейчик победил. Но Веста твердо стоит на льду. И, конечно, даже без шипов. И, конечно, очень, да, здорово едет. Измотала меня. Без шипов даже. Превосходный автомобиль, прекрасно настроен на управляемость. Не помню я ни разу, чтобы вазовские автомобили так ехали. Ну, по крайней мере, гражданские. Прям настоящий, честный, быстрый, очень приятный в управлении автомобилем. Я доволен. То есть, может, мы аттракцион тут на ней устроим? Катание лыжников. Запросто колеса еще с шипами, и лыжников уши отскакивать будут от улыбки. Давай сейчас мы рейчик потренируем. Система стабилизации у нас все-таки есть, но, как и на всех автомобилях Renault, у нас нет клавиши ее отключения. И это проблема. Я давлю на газ,
полный газ. Полный газ в полу. 1500 оборотов и X-Ray даже на шипованных колесах. Не хочется знать. Вот, на прямой, вроде бы. Нет, он как работал на свою любимую Весту. У него неотключаемая противопробуксовочная система. Я все время ехал с нажатой до упора педалью газа. Я ждал от него удовольствия, драйва, а его нет. Нет, но ты... Руль не такой чувствительный, как у Весты. В Весте я кончиками пальцев чувствую сцепление. Здесь нет, он ну какой-то, он не сказать, что он болтается в руках, у него есть вес. Но этот вес никак не связан со сцеплением колес с дорогой. Подводим итог. Я, как лыжник, получил удовольствие от Весты. Равномерное движение по кругу, красивый занос, все прогнозируемо. Даже с роботом? Даже с роботом, не ожидал. Никаких провалов. Ровная, хорошая тяга. Именно из-за того, что отключается ESP. Но в том числе. Очень точный руль, очень понятный автомобиль, хорошо настроенный. Этот правильный автомобиль так должен ехать. В любой ситуации. По асфальту он едет, по гоночной трассе, по льду. А ты должен хорошо, понятно для водителя управляться. И Веста именно такая. Но может быть ты не приспособился с первого раза. Может быть тебе показалось, так что... Так вот я в Весте приспособился с первого раза. И потом, уже после тренировки на Весте, сел в этот автомобиль, ждал... Как минимум того же. Шипы все-таки. Да, я ждал большей скорости, лучшей динамики. Ничего. Рэйчик, не любишь ты лед? Не люблю. Он водителя не любит. А я его не люблю. Ну что, закончилась на дороге стеклоомывающая жидкость. Лада X-Ray. Отечественный автомобиль. Но а на... что ты так иронизируешь? Я не на понимаю. Наших дорогах же часто жидкость заканчивается. Да, дороги грязные. Ну, сейчас залью. Аккуратнее, тут электроника, а то зальется, тем более жижей. Да, может быть у тебя есть какая-нибудь вороночка? Так а как? Ну если сам вороночку поставить, лить-то куда? На всем будет неудобно. Давай, давай какой-нибудь журнальчик свернем. Ну ты вообще заливал или нет? Так пусто, пусто, говорю, надо заливать. Ладно, девчонки, давай, поехали. Осторожно, проливается, проливается. Точность, вежливость королей. Ну и что, нормально, нормально, да? Если ты жидкость бы не экономил на ней, покупал нормальную, я бы уже... Все, хватит, а то замерзнет. Это говорит о том, что вот сейчас минус 15 градусов. Минус 12. Здесь. Минус 12. Значит, вот минус 30. Что же это таймыр? Ребята, ну вы видели, да? Вот, а давай, ну конечно, там вверх. Полегче. Тоже, кстати, горловина расположена примерно в том же неудобном месте, но капот открывается выше, и поэтому здесь наливать намного удобнее. Так, ну так. А, да, это надо капот просто повыше сделать, да? Ты как, ну вот. А в принципе это горловина, там да, же горловина находится, там все, же все то же самое. Неудобно, да. Но капот открывается выше, и поэтому наливать удобнее. Ну а всего, слушай, там всего лишь нужно сделать по длине вот эту вот стоечку. Всего лишь по длине. Ну нашим умельцам-то ничего же не стоит, конечно. Да, и взять... все, никаких проблем. Выглядит хорошая просто. Жидкость, стоечка по длине. Молодец. Ну что, у X-Ray традиционно никаких шансов. Неотключаемая противопробуксовочная система. Даже с зубастыми колесами. Здесь по песочку, особенно после того, как Веста его
подняла и перемешала, у меня газ в полу. Я ничего не могу сделать с этим автомобилем. Не, ну у меня запас по газу есть, я так регулирую. Просто тут кочечки и так жалко, боюсь, что немного... Жестковато подвеска, да? Нет, ну просто слышно, что здесь песок. X-Ray едет мягенько-мягенько. Прям ни ударов, ничего. Он кочки превосходно проглатывает. То есть и у колес кажется, что сцепление есть все время. А, X-Ray-чик молодец. Он очень комфортен. Он Нет, но здесь конечно, побухивает. На вот этих ухабах побухивает, чувствуется дискомфорт. X-Ray прекрасно проглатывает любые кочки. То есть он их буквально облизывает. Вот он держится за них хорошо. Не отнять. Но как вот, вот отключить бы ему электронику. И, конечно, чувство руля. Ну, хочется, чтобы я управлял автомобилем. Не он куда-то себе там плыл, а я чувствовал на руле. У X-Ray так же, собственно, как и у большинства автомобилей Renault, тоже нет. Мы специально нашли ровную площадочку с минимумом снега. И наша задача померить дорожный просвет не под самим автомобилем, а исключительно под порогом. Под кромкой порога. Как там у нас дорожка? У X-Ray-чика ровно 20 сантиметров под порогом. Так. Учитывая, что подвеска достаточно длинноходная, то есть прыгивая с бордюра, надо закладывать на то, что бордюр выше 16-17 сантиметров лучше не преодолевать ходом, потому что 20, но автомобиль может качнуться вниз и, соответственно, задеть. А что здесь увес? Также я меряю под сборным швом под порогом. Так. Я на том же месте стою. Мне кажется, я немножко ниже. Не-не, все хорошо. Те же, абсолютно те же 20 сантиметров. При том, что заявленный дорожный просвет чуть-чуть меньше, подвеска пожестче, очевидно. Так что я бы сказал, что переваливает по кочкам. Больше шансов не зацепить заглушитель. За пороги, нищим больше шансов проехать, не задев, именно на весте. X-Ray-чик, я тебя не брошу, мы сейчас поедем в горку. X-Ray сегодня несколько раз, честно говоря, обманул ожидания. Ну, начали с того, что у него заклинило правое заднее колесо, да? То есть примерзли колодцы. Размер барабанов у X-Ray меньше, чем у Vespa. И там барабаны на эту тему много спорили. Есть люди, которые говорят, ну вот как же так, как я буду ездить на автомобиле. Я не вижу в этом, честно говоря, никакой проблемы. Я ездил в Италии, быстро. Тормоза справляются, даже барабанные сзади спокойно выдерживают нагрузку. То есть теоретически, если дубасить, прям вот дубасить, то барабаны хуже замедляют автомобиль, соответственно, нет, больше... Для меня важно... Ва, я попадал в такие передряги, как сегодня вот с X-Ray, когда поставил наручник, и барабаны примерзли сзади. И вот колодки это... примерзают точно так же. И колодки примерзают. Ну, с колодкой у меня такого не было. Ну, повезло. Колодки примерзают не хуже. Самое время подвести часть итогов. Мы сели просто перекусить. Вот сели X-Ray побольше, да? Здесь теплее. Побольше. Побольше спереди. Здесь, да. Сзади. Здесь греет печка, в отличие от Весты. Правда, нет. Но вот каску приходится использовать для термоса. Ну, некуда это все поставить. Подлокотничек хотелось бы, да, с катерком. Маленькие подстаканники. Подстаканнички. Тут, ну, все падает. Ну, неважно. Во всяком случае, панель тут много места. Вот туда перчатки упали. Короче, сидим в теплой машине, собрались на берег реки, спокойно отсюда можем выехать. Игорь! Ну что, как тут сзади? Игорь! Давай подвинемся вперед. Ты что, я умираю, ты мне вообще, я так могу. Я могу подвинуться тогда? Я могу без коленей так остаться. Тогда я буду сидеть такой в горле. Вот если вот я буду ездить в таких ботинках, это смерть моя человеческая. Для головы есть, видишь, я в шлеме, и еще вон сколько места. Мы поставили на максимум обдув. Да, и температуру на максимум. Да. Полчаса, и жарко не было. И у нас был до этого полностью прогретый автомобиль.
Да. А если поставить на 26 колесиков, прохладнее, то начинается уже небольшой колотунчик. А если на улице минус 20? Это же кроссовер, это же что-нибудь для России. Так. Я бы сказал, что омыватели еще хуже. Там струйка получается узенькая-узенькая, будто плюнул что-то. Ну, правда. А какие тут шурупчики торчат отовсюду? Ну, вот отделка интерьера такая же, как и у Логана, такая же, как у Сандера. Болтики, ну, местами даже на виду. Ну, ничего, вот я выхожу. А какие были... О! Какие были еще проблемы? А дверь-то как? Дверь как закрывается. Смотри. Опа. Давай попробуем. Неплохо. Твой автомобиль. Поехали. Так, здрась. Оп. Даже очками есть где упасть. Мне удобно спереди. Сзади же намного. Я вижу, что сидите дальше. Тебе так удобно? Да. Нет, вот ну как я нормально могу ездить. Я могу ими шевелить, могу сюда вот. Тут есть даже вот кармашек специально, можно поставить рюмочку чая. Рюмочку, да. Не, ну тут просторнее гораздо. Над головой? Да. И над головой нормально. Нет, а подожди, нет. Ой. Нет, а над головой я вот так поменьше. Не сказал. Над головой поменьше. Слушай, над головой в шлеме уже тяжеловато. Ну это в смысле седана. А еще у Весты, так же как, впрочем, и у X-Ray, есть электроподогрев лобового стекла. Правда, для его включения нет отдельной кнопки. Он включается в тот момент, когда выставляешь направление воздуха на стекло, температуру на максимум, и вентилятор надо тоже повернуть на максимум, но тогда вы нас просто не услышите. Что вам стоит? Поставьте вот сюда кнопочку отдельного включения электроподогрева стекла. Ну это же удобно вот для того, чтобы нам сейчас не пришлось перекрикивать шум вентилятора, и при этом мы могли бы быстро отогреть стекло. Удобные клавиши подогрева сидений, причем действительно красиво нарисованные. Да, ну, все просто. А в X-Ray надо там под левой рукой где-то находить, где-то нажимать, потом да. Отключать. Да. А ты знаешь, что я один раз включил, это было в Дастере, и не мог выключить. Что, рука не пролезает между сиденьем. Да, что-то у меня. Здесь ширины, обратите внимание, здесь ширины больше. Ширина между сиденьями заметно больше. Ну да, мы бы здесь с тобой три коробки печенья бы разместили. И так же, и шлем бы хорошо я положил. Здесь диодная подсветочка. Голубой свет. Он в темное время суток будет намного ярче, и здесь автомобиль будет намного светлее, чем в автомобиле без диодной фонарики. Но Веста богаче выглядит. Ну, поинтереснее, да, вот эти вставочки в салоне. Посмотри, у нас там шлем лежал. И как-то мы более там локтями, да? Бились друг об друга, а здесь нет. При том, что и по бокам есть место, и дверные карманы большие. Да, ну X-Ray сзади есть дверные карманы. А здесь мое сердце, как ни говори, отдано Весте, но не с таким кузовом. Я не хочу себе автомобиль седан. У меня есть семья, детская коляска, есть дача. Что-то перевести в седане, на мой взгляд, невозможно. Ну, либо просто будет неудобно. Поэтому я, как минимум, подожду весны 2016 года, когда Бо Андерсон обещал запустить производство универсал Веста. Ну, либо уж дождусь 25 сентября 2016 года, когда появится Веста Кросс. Ну ты уж пенсии сразу дождись. Ну, пока ни тот, ни другой автомобиль не имеет никаких шансов на мой кошелек. Правда, вот я не хочу седан. У меня есть претензии к интерьеру Весты. И, конечно, не нравится робот. Вот серьезных претензий две. Это кузов седан и робот далекий от идеала. Один из лучших, да, но если нужен автомобиль с автоматом, то нужно либо искать что-то другое, либо ждать, пока АвтоВАЗ наладит производство автомобилей с нормальной двухпедальной коробкой передач. А что ты так сдался? Ты же был доволен, так рассекал по снегу на Весте. Был такой счастливый.
Мне, как водителю, мне нравится очень. Как отцу семейства, мне неудобно будет жить с этим автомобилем, я это понимаю. Я бы как водитель с удовольствием, но пусть будет такой же универсал. Я уверен, что он не потеряет своих драйверских повадок, но при этом будет еще и удобен для жизни. Сейчас, Игорь, изменит свое отношение, потому что мы поедем, перекусим и поедем в гору. X-Ray всех порвет на горе. Не верю. И ты купишь X-Ray, не будешь в пенсии. Не верю. Приятного аппетита. Не верьте тому, что журналисты продаются. Они вымениваются. Ты сильно не рискуй, эта машина журнала за рулем. Никаких шансов. Электроника не дает нам толком побуксовать. С разгончиком. Оп! О! Мне очень нравится управление тягой. Вот мне нравится, как работает коробка. Она, если это бесшумная, это Рено. Но вот ощущение от двигателя, вот сказать, что он реагирует, мощный, да? Нет. Вот, вот именно на горке. Да и вообще, в принципе, вот мне вот в этом моторе как-то нет ощущения динамики. Вот как-то то ли он слишком задушенный в угоду экологии, еще чему-то. Хотя и этот ниссановский двигатель, и мотор вазовский, и тот и другой отвечает нормам Евро-5. Ну давай сейчас пойдем, что там нам Веста покажет. Пристегнуться, товарищи. Обязательно. Здесь пристегиваться неудобно. Вот этот дурацкий, конечно, подлокотник. И мы надеялись, что это свойство предсерийных машин, но даже в серийном автомобиле точно такая же проблема. Подлокотник в горизонтальном положении не фиксирует. Это максимум. Вот, максимально высокое положение, то есть рука лежит вниз. Если откинуть спинку, ехать развалившись лежа, вот так, тогда да. Но если сел как положено, с относительно вертикальной спиной, то подлокотник не спадает вниз. Будь осторожен. Всегда. Машина куплена уже журналом за рулем. Куплена. Ох, честно, серийный автомобиль. Так. Натяг плавненько. Надеюсь, что сцепление. Так, на первой передачке. Так. Опа, смотри, X-Ray. Метров. Нет, но X-Ray ты заехал с разгона, надо сказать. Да, и мы сейчас тоже попробуем с разгона. Пока у нас включена противопробуксовочная система. Мы сначала пробуем с электроникой, а потом, если нам ничего не поможет... Да, но X-Ray где-то на этом же уровне в натяг. Да. Я бы сказал, похоже, учитывая, что у X-Ray более... Ты сейчас что делаешь? Сейчас все то же самое, только чуть больше разгона. ESP работает? Ну вот это все. Смотри, свободен. Ой-ой-ой, мы катим. Да. А вот тут нас потащило в сторону. Хотя вы видели, я руль держал абсолютно ровным. Но забрались мы выше. Забрались мы заметно. Вот этого я и боялся. А мы можем еще выключить электронику. Моя надежда, что X-Ray здесь сделает вес. Даже на откровенном бездорожье. Да, нет, но это не бездорожье, это просто вертикальная стена. Да, но здесь как раз, во-первых, мы не зацепили передним бампером. Ведь Веста, по сути, легковой автомобиль. Да, можно было бы ожидать. Уклон, я думаю, где-то вот уже через метр Porsche бы уперлась бы бампером. Да, а здесь... Почти, где-то, ну, она градусов 30. Ну что, да? Попробуем еще разок с выключенной. Да, ну давай, аккуратненько. Намного эффективнее. Не допускай сильного. Ох, еще разок. Можно еще разок. Я оставил коробку в ручном режиме, и она решила, что пора переходить на вторую. Прямо в самом начале подъема. Сейчас мы сделаем все то же самое, только в ручном режиме, чтобы у нас была зафиксирована первая передача. Ничего себе! Ничего себе! Вот это! Подожди, ну это надо. Это вообще надо выйти, сфотографироваться. Это надо выйти и да, проанализировать. Сфотографироваться надо. Мы забрались на корпус, на кузов автомобиля, то есть метра на 4 выше,
чем смог забраться в сырую. Вот это результат, вот это победа! Теперь задача, как нам спуститься отсюда. Ну, как мы же не на УАЗе с тобой. Да, ну как-нибудь, да. Да, а ну-ка давай это самое, открой дверь. У него там дверь открывается при этом. Дверь открывается. Вот, я вижу, мы положили палку для того, чтобы отметить верхнюю точку, куда смог забраться X-Ray. Ну. Она ровно в районе заднего колеса сейчас. На целый корпус обобрал. Да. Да, как минимум на базу автомобиля мы забрались выше. Слушай, а теперь как раз подлокотник можно хорошо использовать. Подлокотник, да, достиг горизонтального положения. Ну что, скатываемся потихоньку. Так, ты знаешь, как скатываться-то? Ты хорошо подумал? Я бы с радостью включил бы понижаечку, но у нас легковой автомобиль, поэтому мы будем просто скатываться. Так, на тормозах. На тормозах. Он тормозит. Вот стоит пока. Оп. Тут не управляется. Опа, пошел влево. Ну что, я... Честно говоря, ума не приложу, как мы будем выковыривать Весту из такого положения. Она стоит на трех колесах, и это как раз то колесо, которое висит в воздухе. Интересно, как у нее будут открываться при этом двери? И с каким звуком? С каким благородным звуком двери закрываются. Может быть, надо было из этого автомобиля сделать вседорожник? Так сделают. Я жду 25 сентября 2016 года. Бо Андерсон пообещал, что он запустит производство универсала Vesta Cross с увеличенным дорожным просветом. И тогда у Vesta появится шанс на мои деньги. Мне нравится Vesta всем, кроме кузова седан. Я хочу универсал, либо хотя бы хэтчбэк. 25 сентября 2016 года. Ну вот я снимаю шляпу перед Вестой. Она обыграла сегодня Рэчик по всем дисциплинам. Рэй прекрасный автомобиль, но Веста еще лучше. И это доказал сегодняшний наш тест. Подписывайтесь на канал Авто МПС. С вами был Петр Меньших и Игорь Сирин. Хорошего дня. Хорошего вечера. Спасибо.